Актуальны мікрафон. Аналітычная праграма. Праграма «Актуальны мікрафон». Сёння праграму вядуць Алена Швайко і Наталля Сцёпачкіна. І тэма сённяшняга дыялога, мяркую, будзе цікава ўсім. Сёння мы будзем гаварыць пра актуальныя праблемы генетычнай навукі, якія напрамую звязаны з харчаваннем. А нагода – сусветны дзень харчавання, які мы адзначылі, і правядзенне ў Мінску на базе Інстытута генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук міжнароднай навуковай канферэнцыі «Пераўтварэнне геномаў. Восьмыя жэбракаўскія чытанні 2018». Яны праходзяць актыўна з запрашэннем у Мінск славутых вучоных. Да прыкладу, учора ў акадэміі прайшла лекцыя вядучага біятэхнолага Еўропы, акадэміка Балгарскай акадэміі навук, прафесара Атанаса Атанасава. І сёння ў студыі актуальнага мы запрасілі намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук Алену Гузенко. Добрый день, Елена Витальевна. Добрый день. Ну, давайте немножко истории. Жебраковские читания, они посвящены одному из ведущих академиков нашей страны в области генетики, академику Жебраку, так? Так. Скажите, какой это год, когда он работал у нас в академии? Ну, это было в прошлом веке уже, можно сказать, да, и могу сказать, что Антон Романович Жебрак возглавлял Национальную академию наук Беларуси, он был академиком белорусской тогда еще, Академия наук, это был 1947 год. Он был непродолжительное время, возглавлял Академию наук, он был ярым борцом с лысенковщиной, это явление было широко распространено, он выступал ярым противником всего, что было с этим связано. Скорее всего, по политическим соображениям он недолго возглавлял Академию наук. А институт был создан, Институт генетики и цитологии, когда был создан? В 60-х годах прошлого века. То есть генетика была раньше, институт был создан немножко позже. Конечно, да. Я имею в виду нашу страну. Да. Институт начинался вообще с отдела биологии. Сначала был отдел биологии, институт биологии, а потом уже выделился институт генетики и цитологии как отдельная научная организация. Вчера было заявлено вот на этих чтениях главным ученым секретарем Академии Александром Кильчевским, что Беларусь и Болгария будут сотрудничать в сфере биотехнологии именно по пищевой отрасли. И вот ясно, что Атанасов, он заразил, наверное, этой темой слушателей, говоря, что он читал вчера лекцию на английском языке, и зал был полный. Это правда? Абсолютно верно. Зал действительно был полный. Мы сами не ожидали такого ажиотажа, можно сказать. Собрались как молодые ученые, так и маститые ученые, которые очень внимательно слушали. Что касается этой темы, да, вот внутригеномики, проблемы питания, продовольственная проблема, она на самом деле очень давно уже витает в воздухе. И просто Атанас Атанасов сделал очень хороший обзор, проблемный обзор всего, что происходит в мире, что всегда очень полезно для наших ученых. Его лекция называлась «Пища будущего», да? Да, «Food for the future» он назывался, да. Ну, перевод, конечно, для русскоговорящего человека не совсем обычен, не очень понятно, о чем будет говорить. Наверное, многие предполагали, по крайней мере, журналисты, что будут рассмотрены вопросы там космоса, чего-то такого странного, что проблемы питания это будут в будущем какие-то там, я не знаю, таблетки, пасты и прочее. А как раз речь зашла именно о традициях, о том, что важно питаться теми продуктами, которые выращиваются и производятся в вашей стране. То есть эта наука называется нутригеномика. Я правильно говорю? Да, нутригеномика. Это значит наука о натуральных продуктах, да? Не совсем. Это наука о влиянии продуктов питания на работу ваших генов. А насколько действительно важно использовать в пищу натуральные продукты? Он убедил Атанасов? Конечно, но я думаю, нас не надо в этом убеждать, мы сами прекрасно это все понимаем. А что в нашем понимании вообще? Понимание на современника. Натуральный продукт. Натуральный продукт, да. Ну, смотрите, вы же ходите все в магазин, вы берете упаковку, и там мелко-мелко написано огромное количество информации. И вот чем меньше написано этой информации, тем лучше, потому что эта информация включает в себя антиоксиданты, которые входят в состав этих продуктов, антиокислители, всякие там синтетические заменители и прочее. Вот чем меньше написано об этом, и написано, что в составе натуральное там зерно
и там масло, и все, это значит, и что соль, продукт, к примеру. Да, и соль, к примеру, сахар, это продукт тот, который является достойным к употреблению, и потреблять его безопасно. Ну, сегодня современные технологии без вот этих добавок, о которых вы говорите, невозможны. И представить, что продукты будут без них, тоже невозможно. Да, мы все стремимся к натуральности, но и тем не менее, о чем мы сегодня можем говорить? О каких группах товаров, которые сегодня уже представлены в Беларуси, и они действительно достойны уважения? Ну, я даже не знаю. Ну, этот вопрос мне достаточно сложно а ответить. О каких товарах, о каких продуктах говорилось вот во время обсуждения? Ну, допустим, вот Атанас Атаназов говорил о том, что ему очень жаль, что сельское хозяйство Болгарской республики находится не на таком высоком уровне, как это было раньше, что те продукты... В советские времена. Из Болгарии шло все натуральное, вот насколько мы об этом, я помню. Да. Вот мы об этом вспоминали вчера, говорили о консервах, которые шли из Болгарии, что это были консервы, произведенные по болгарским стандартам, которые не содержали вот тех антиокислителей и прочих ингредиентов, которые сейчас в продуктах, относящихся к стандартам, изготовленных по стандартам Евросоюза, уже присутствуют. И вот Атанасов, он выражал сожаление в связи с этим, что Болгария сторона Евросоюза, да, и у них присутствует уже двойной стандарт. И он сказал, что вот этот двойной стандарт, он для нас нежелателен. А, кстати, сейчас уже и не встретишь вот эти болгарские огурчики, помните, болгарские Конечно. Помидорчики. Фирма «Глобус», и да. все прекрасно знали, томаты в собственном соку. Немножко соку. Горошек они дают, да? Немного. Да, немножко. Зеленый. Все равно это не тот горошек, который был тогда, потому что, говорю, стандарт у них поменялся, он сам об этом сказал. Скажите, пожалуйста, а говорилось ли об органической продукции? Об органическом земледелии. Да, земледелии, да, имеется в виду. Да, мы упоминали и проблему органического земледелия, но к этой проблеме тоже надо относиться с опаской, потому что все зависит от почв той страны, в которой собираются применять органическое земледелие. Что касается Республики Беларусь, то в нашей стране, к сожалению, почвы очень тяжелые, плотные, и бедные, бедные да? да. Поэтому нам органическое земледелие показано далеко не на всех площадях. Может, какие-то опытные плантации сделать? Ну, опытные, понимаете, вас не спасут. Тут же проблема стоит, вот ФАО поднимает проблема продовольствия. Почему? Потому что проблема голода существует. Есть страны, в которых люди страдают от избыточного веса, от аллергии, а есть страны, в которых до сих пор актуально голод и нищета, где недоедают люди. Поэтому органическое земледелие здесь не спасет. Без современных технологий, как вот вы правильно говорили, без современных технологий получить урожай, который бы сумели накормить огромное количество населения, сложно. Это возможно, но сложно. Конечно, проще внести огромное количество удобрений, обработать все пестицидами, гербицидами там миллион раз, и что-то там такое вырастить огромное, не очень полезное, не очень вкусное. Но вы немножко наше сельское хозяйство утрируете в этом смысле. Конечно, потому конечно, что там да. Не такие да. технологии. Естественно, уже тоже это все регулируется. И органическое конечно. Земледелие тоже существует, и существует не только среди фермеров, но и уже крупнотоварные предприятия. Но например, это дорогое удовольствие для страны, конечно, да? Это дорогое удовольствие, дорогое. В первую очередь, для предприятия, потому что это, на самом деле, не настолько выгодно первые годы. Конечно. Но, тем не менее, тенденции такие существуют сегодня. И что касается земли, то, да, землю надо 3 года готовить для того, чтобы можно было выращивать на ней органическую продукцию, да. конечно. Я знаю, что вот вчера шел разговор и о правильном питании. Питание жителей Конечно, планеты. Да. А что в понимании ученых правильное питание? Вот мы питаемся тем, с чем вкусно. Согласитесь? Вот купили вкусно и питаемся. Ну, вот вкусно, как правило, не всегда полезно. Ну да. Всегда не полезно. Да. И вот как раз Атанасов говорил о том, что вот секрет его долголетия в чем, да? А сколько ему лет? Секрет? Ему 75 лет, он очень активно работает, активно перемещается по миру. Это очень востребованный специалист. И вот он говорил о том, что секрет его долголетия – это в питании продуктов, выращенных на территории Болгарии. То есть это те продукты, к которому его организм приспособился уже много-много-много-много-много поколений. С этими продуктами его организм знаком. Он знает, как его правильно там, ингредиенты расщепить, усвоить. То есть все, что он ест болгарское, все ему идет на пользу. Это значит, он про это говорил. Он говорил про необходимость употребления чистой воды, конечно же, и про прекрасное настроение, хорошее отношение к людям. Психоэмоциональное. Ну, конечно. Белорусы все души. Это себе могут позволить, потому что у нас есть высококачественная продукция, у нас есть прекрасная вода, между прочим, и у нас есть хороший позитив и хорошее настроение у населения. А настроение у нас тоже, да, всегда есть. Мы можем. Елена Витальевна, скажите, пожалуйста, о чем можно говорить, о каких формах сотрудничества с Болгарией в этом смысле?
Вот вчера мы обсуждали вопросы долголетия, потому что у Института генетики и цитологии уже есть проект совместный с итальянцами, с Сардинии, если еще подробнее говорить, то это с университетом Кальяри. На острове Кальяри, да? По долгожителям, потому что, как оказалось, что в Беларуси большое количество долгожителей, около 400, и на острове Кальяри тоже большое количество долгожителей, и вот было бы интересно посмотреть, там питанием, это все замечательно, но еще хотелось бы посмотреть генетику, какие генетические особенности есть у белорусов и у людей, проживающих на острове Кальяри, у тех долгожителей, и сравнить, насколько действительно причина долголетия в генах, либо ее нужно искать в чем-то другом. Ну и вот насколько сейчас работает, это продвигается? Но мы сейчас собираем базу данных, это не так-то просто начать, потому что, во-первых, надо выявить этих людей, взять у них анализ ДНК, выделить это все, посмотреть, очистить, найти те точки, которые мы будем анализировать. То есть это еще первый год, как идет этот проект, поэтому это еще все только в начале. Но проект интересный. Конечно, интересный. И вот с болгарами, когда Атанас Атанасов услышал об этом проекте, ему тоже стало очень интересно, и он решил подключиться и проверить и своих центр долгожителей. Центр будет создан в Болгарии или у нас? А здесь речь о создании такого центра международного, не знаю. То есть мы работаем, мы сотрудничаем, как и все ученые, по любым проектам. Мы обмениваемся результатами, информацией, методиками, ездим друг к другу перенимать какой-то опыт положительный, публикуем совместные статьи. То есть вот так происходит работа. Скажите, пожалуйста, вот какие самые такие интересные работы, которыми мы можем похвалиться так серьезно, созданы генетиками в области генетики растений в Беларуси? Генетики растений. Да. Ну, я вообще хочу сказать, что Институт генетики и цитологии традиционно занимался растениями, и раньше всех развивалась именно генетика растений. И институт работал по гетерозису, проблема гетерозиса, то есть это когда при скрещивании двух линий, двух сортов, в первом поколении получаются гигантские растения с очень высоким качеством, с продуктивностью. То есть институт работал в этом направлении, это было связано с пшеницей, тритикали, позже подключились вот и томаты, и перец. То есть, а томаты с болгарами, кстати, выведены, да, несколько сортов? Да, есть сорта, полученные вместе с болгарами. То есть мы взяли лучшие их линии, скрещивали здесь лучшими со своими линиями и получали гибриды с хорошими вкусовыми качествами. А где находятся вот эти опытные участки института? Мы, понимаете, в горках или не только? Нет, не только в горках. У нас же здесь институт плодовощеводства. В Жодино, да? Институт земледелия вот в Жодино есть. Потом генетики, понимаете, они всегда работают вместе с селекционерами, потому что мы проверяем и исследуем одну сторону вопроса, а селекционеры уже применяют это на практике. То есть мы смотрим ДНК, все, что записано в ДНК, а уже селекционеры на опытных участках по нашим там советам, рекомендациям, с использованием наших данных, уже отбирают селекционный материал, создают сорта, это уже селекционер. Мы принимаем в этом участие, но создателями сортов мы не являемся. А если взять именно генетику растений, то в этом смысле мы как смотримся среди ученых мира? Мы смотримся достойно, потому что у нас есть очень хорошие работы по определению устойчивости к различным заболеваниям у растений, устойчивости к насекомым. Мы создавали, в институте были две программы по созданию генетически модифицированных растений. Сначала это начиналось все с модельных растений, таких как табак, арабидопсис, а потом уже перешли на культурные растения. Пища – это все-таки еда? Конечно. Или лекарство? Это и то, и другое. Мы стремимся вот именно к тому, что современное общество, к пониманию того, что и пища может быть лекарством. Мы к этому стремимся. Заявлено вчера, да? Конечно, да. Но то это очень долгий процесс все-таки. Конечно. Желательно, чтобы организм начал с детства вот питаться так, чтобы это питание было лекарством. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много споров о генетически модифицированных продуктах или организмах, как их еще называют. Какая версия сейчас? Они полезны или, в принципе, стоит от них отказаться? Ну, полезны они или вредны, это уже решают комитеты, поскольку все генетически модифицированные организмы, правильно говорить, организмы, они проходят очень большую оценку, очень серьезную оценку, прежде чем стать коммерческими линиями, то есть свободно высеваться на какой-то территории и потом использоваться в продуктах питания или в кормах.
Однозначного мнения у ученых нет, насколько эти... До сих пор споры нет. Идут, наверное, лет 10 уже, да? Я думаю, что больше идут уже споры, насколько это безопасно. Не то, что вредно и полезно, а безопасно и для человека, и для животных, и для окружающей среды. Вот наш вчерашний гость Атанас Атанасов, он является международным экспертом в области биобезопасности. Когда ему журналисты задали этот вопрос по поводу ГМО, он сказал, что у него нет никакой опаски в отношении генетических модифицированных организмов. Это хорошая технология, которую нужно использовать и использовать ее с умом. То есть нельзя создавать каких-то монстров и потом не знать, что с этим делать. Всегда нужно сначала продумать, а потом уже приступать к действию. И потом сейчас уже развиваются такие технологии, как CRISPR-Cas технологии, которые позволяют регулировать работу генов. Не просто, что такое вообще генетически модифицированный организм. Это когда в ДНК встраивается кусок чужеродного какого-то. Это может быть, там, я не знаю, ну, грубо говоря, от рыбы, там, от человека, еще от какого-то. От рыбы к овощу какого-нибудь. Кусочек, например, ДНК. Вот, скажем, картофелю встраивается ген, который противостоит фитофторе. Вот, например, это очень показательный пример. Это будет грибной ген, да, какой-то там, да, на основе гриба, который вот встроится в ДНК картофеля, и картофель будет производить вещество, который будет его защищать, этот картофель от грибных болезней. Это разумно. Но здесь идет вот речь в чем, что мы пока не можем регулировать, куда конкретно, в какое место встроится чужеродный ген, и как он повлияет на работу соседних генов. Возможно, что соседние гены начнут производить какой-то белок, который для нас вреден, и у нас будет аллергическая реакция. Возможно, а возможно и не будет. Поэтому для ученых сейчас очень важно разработать такие технологии, чтобы мы понимали, куда происходит встройка, чтобы мы видели то место, куда произошла встройка, как это повлияло на работу соседних генов. Но вот. Это за этим будущее. Это исследование. Это реально, это сейчас все происходит. Так, понимаете, наука вообще, биотехнологии очень быстро развивается. Очень быстро там приходишь, открываешь новости научные, там, дайджесты и прочее, и ты видишь, что просто семимильными шагами все идет. Сегодня было одно, завтра уже кто-то попробовал другое, следующий уже попробовал третье, уже появились какие-то результаты. И за этим не то, что этому сложно соответствовать, за этим даже следить сложно. Насколько меняется информация, ну, буквально каждый день. Но все равно мы идем в магазин и выбираем тот продукт, где написано «без ГМО». Ну, в Беларуси очень жесткие требования по ГМО, нужно ответить, практически нулевые, это невозможно попасть. Да, у нас 18 лабораторий на территории Республики Беларусь, которые отслеживают продукцию, поступающую на наши рынки, но отслеживается продукция, содержащая сою и кукурузу в первую очередь, потому что именно по этим растениям создано самое большое количество генетически модифицированных сортов. Особенно по сою, да? Особенно по в Америке, сое. Говорят, или я ошибаюсь? А в Америке вообще нет никакой предосторожности в плане ГМО. Они были очень удивлены, когда вот мы говорили о том, что у нас там биобезопасность, комитеты. Они вообще смотрели, говорят, а в чем дело? Мы употребляем ГМО-продукты, и нет никаких проблем у нас. То есть у них совершенно другая политика. Елена Витальевна, вот еще вчера прозвучала очень интересная информация, мы очень следили вот за этим вашим первым днем этой международной конференции, что в Беларуси выдано около 13 тысяч генетических паспортов. Что это означает и где этот паспорт можно получить, и какова механика получения? Генетические паспорта, ту цифру, которую вы сказали, это генетические паспорта для человека. Их выдают в нашем институте генетики и цитологии. У нас есть Республиканский центр геномных биотехнологий, лаборатория генетики человека. Вот в этой лаборатории производится такая услуга, как составление генетического паспорта. То есть вы приходите к нам, у вас делается забор букального эпителия. Это вы даже не кровь сдаете. Это ватной палочкой соскоб с внутренней поверхности вашей щеки, куда собираются клетки. Из этих клеток потом выделяется ДНК и производится анализ. Вы сами выбираете те гены, которые вы хотите посмотреть. Либо это будут гены, если это молодые женщины, там, не рожавшие или с проблемами беременности, да, то это будут гены, отвечающие за невынашивание беременности. Если это люди, у которых такая не очень хорошая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, и они хотят как-то получить о себе информацию, как-то себя обезопасить, то это будут гены, связанные с сердечно-сосудистой вашей системой. Есть у нас комплексы по сахарному диабету второго типа, есть комплексы, связанные там с синдромом Жильбера, можно посмотреть, можно гемохроматоз посмотреть. То есть есть целый ряд заболеваний, которые вы можете посмотреть в нашем институте, получить
заключение специалиста о том, какой наследственностью наградили вас родители. Но это, в общем-то, тест на наследственность, да? Да, да. Ну, это вообще тест, слово употребляется, допустим, тест на отцовство. Угу. Вот это такое... Ну, понятие такое, понятное, да. Да, такое понятие. А тест на генетику, ну, говорят, что генетический паспорт, ДНК-типирование, там, генетический анализ ваших генов, то есть вот такие вот употребляются. А вы не можете назвать слушателям телефон, вот, ну, может, у кого-то, вот, кстати, появилось смс-вопрос, да, как попасть к вам? Вы можете зайти на сайт Института генетики и цитологии igc.by. Там есть такой раздел, большая-большая кнопка, называется «Услуги». Угу. Нажав на эту кнопку, перед вами будет развертывающееся меню с теми заболеваниями, пройти генетическое тестирование, по которым вы можете. Угу. Вы выбираете заболевание, которое вас интересует, и получаете информацию всю. Там написано и как, куда прийти, и кому позвонить, консультация генетика, по какому телефону заключить договор, все это там есть. Можно выйти еще на такую ссылку, как genpasport.by. Поэтому по этой ссылке вы тоже непосредственно попадаете в лабораторию, которая занимается составлением генетических паспортов. То есть элементарно. А более, ну, технологии для непродвинутых хакеров. А вы имеете в виду сейчас назвать конкретно телефон? Ну, например, да. Ну, можно через пару минут я это сделаю. Ну, хорошо. Хорошо. Или просто в институте, например, позвонить в институт, там хорошо, есть, наверное. Можно, да, позвонить 284-19-41. Это мой рабочий телефон. Можно позвонить по телефону 284-04-11. Там тоже ответят на все ваши вопросы. А когда это лучше делать, вот спрашивают, в пожилом возрасте, когда уже болячки одолевают, или в молодом, спрашивают? Конечно, лучше, когда еще болячек нет. И чем раньше, а тем когда лучше. Есть уже? Ну, когда есть, что вам даст генетический паспорт, он подтвердит только наличие того, что у вас есть проблемы. Скажите, пожалуйста, вот эти генпаспорта официально делаете только вы, только ваш институт? В таком разрезе только мы это делаем. Но пройти генетическое тестирование можно в разных лабораториях, можно сделать ссылку такую. Но качественное, качество будет соответствовать? Я не знаю у конкурентов, какое качество. Я отвечаю за качество в нашем институте. В нашем институте все будет очень качественно и достоверно, поскольку мы единственная аккредитованная лаборатория, занимающаяся генетикой человека. Вот это важно. Елена Витальевна, вот нам слушатель сделал замечание, он сказал, что «Глобус» – это венгерская фирма. Возможно, да, я не права. Поэтому мы, конечно, просим прощения у народа. Да, просим прощения. Но, возможно, и в Болгарии есть такое. Все равно болгарские перцы помним. Да, перцы мы помним, и помидоры тоже. Елена Витальевна, вот такой вопрос задают еще, смс-вопрос. Когда вот мы заговорили конкретно о биотехнологиях, ведь помните, в советские времена пишут, было такое гонение на генетику. Да. Вот когда это расцвет уже мы почувствовали в нашем институте, да и в принципе в глобальном мире. Вы знаете, это произошло очень давно, потому что как только открыли вообще, что существует молекула ДНК, что существуют гены, которые отвечают за конкретные признаки, все гонения на генетику прекратились, потому что потом уже это появились приборы, которые позволяют ученым отслеживать всю работу этих генов, потому что, ну, и сразу, ну, извиняюсь за такое слово, рассосались все вопросы, потому что стало понятно, что мы это даже можем увидеть. Раньше это было почему гонение, потому что было непонятно, знаете, там смотришь, что это, ничего не видно. Тут на человека смотришь, видна рука, нога, перелом на рентгене, все такое. А с ДНК было очень сложно объяснить людям, потому что она была не видна, что такое гены было непонятно, как они работают непонятно, доказательств особых не было. А уже с развитием генетики и технологий появились прямые доказательства, и все вопросы исчезли. Теперь вот еще гонений нет. Еще смс-вопрос такой интересный. Как вы думаете узнать, буду я долгожитель или недолгожитель? Вот, к примеру, у меня родственники живут в Сибири, они все долгожители. Ну, вроде я рассчитываю прожить долго. Вот такой вопрос. А такой общий генетический анализ можно сделать? Вот вы говорите по позициям каким-то. Да. Есть у тебя предрасположенность к сахарному диабету, есть ли у тебя там сердечно-сосудистым. А просто можно сделать такой общий анализ, который показал бы, ну, в принципе, ты вот по всем позициям здоров или нет? Или где-то здесь есть? Нет, такого пока анализа так сделать невозможно, потому что, понимаете, это нужно... Все равно наш же геном человеческий, он очень огромный. Там у нас 25 тысяч генов. Каждый ген за что-то отвечает. Поэтому, чтобы дать вам такую полную информацию, это надо проанализировать не просто 25 тысяч генов, а, возможно, даже большее количество точек на каждом гене.
Понимаете? И это будет такое очень глобальное исследование. А вообще пока... это сложный процесс вот, создания генпаспорта для Нет. специалистов? Нет, для специалистов этот процесс не сложный. Это уже такая технология рутинная. Это паспорт рутинная. На всю жизнь или потом можно на его... На всю жизнь. На всю жизнь можно... Мало ли, 10 лет прошло, поменялась экология, поменялось и психоэмоциональное состояние, да и работа могла поменяться. Ну, гены ваши не поменяются. Не поменяются точно. То, что вам дано от природы, оно останется. Другое дело, что у вас есть гены, которые регулируют работу других генов. Вот это вот на регуляцию уже будет влиять и ваше питание, вот о чем мы говорим, да, как питание влияет на работу ваших генов, и экология будет влиять на работу ваших генов. Но гены, с ними ничего не произойдет. Как вы от папы с мамой получили вот эту комбинацию, так она останется с вами до конца То ваших ДНК дней. То есть ДНК не сломается потом в процессе каких-то... Нет, ну это вообще бывают какие-то страшные явления, когда там люди получают высокую дозу радиации или еще что-то там, облучение, в результате потребления химических веществ у вас происходят мутации. Но это не такое широко распространенное явление, чего надо опасаться. А что мы ответим долгожителю? Долгожителю, что мы... Который хочет жить долго. Живите долго. Да, живите долго. Я думаю, что у него с наследственностью все в порядке. Раз он знает так хорошо историю своей семьи и может ее проанализировать, я думаю, что у него все будет замечательно. Ну, а в принципе, какие гены на долголетие можно сделать? Но это тоже это сложно нет, сказать. Да, пока еще такого вот. Говорю, сейчас только процесс вот этот вот начинается, и в нашем институте проект этот идет. Когда да, мы попытаемся выявить особенности у белорусов, именно у белорусов. И тех, которые живут на Сардинии, да? Ну да, если и сравнить, есть... да. Но тут, наверное, какие-то многие факторы. Тот же, та же экология, питание, морские продукты, которые мы меньше всего употребляем. Нет, да. Вот, у а белорусов есть. Да, а долгожители белорусов. В России есть, вот им это очень интересно, что у нас нет знаменитой средиземноморской диеты, которая там да. с большим количеством рыбы, оливкового масла. Тем не менее, белорусы 400 долгожителей. И климат, извините, вот такого. И климат на Сардинии, у нас не морской, у нас да, мы не дышим морским воздухом. Но наш организм, в том-то и ценность белорусского организма, что он на том минимуме, который потребляет, все равно умудряется жить долго. Может, нас картошка долго. Спасает, а? Все может быть. Понимаете, вот ваши гены адаптировались узнать, конечно, под этот тип питания. Но а еще вот вопрос... говорят, стимулирует и сахарный диабет. Ну, это крахмал, это если да. там бесконтрольно употреблять, понимаете, тут еще очень важно, чтобы каждый человек мог к себе прислушаться, что нужно именно ему. Вот один кушает, там, я не знаю, яблоки, да, кислые, и с ним все в порядке, а другой те же самые яблоки поел, и у него начинаются проблемы с пищеварением. Это значит, у вас индивидуальные особенности, каждый человек должен себя слушать. Есть у нас вопросы, Наталья? Есть у нас вопросы. Короткий ответ, пожалуйста. Ну, просят ваше мнение относительно теории раздельного питания высказать. Ну, я, например, не поддерживаю. Я могу сказать только за себя. Я не поддерживаю такие эксперименты над собственным организмом. Все-таки нас природа заточила, извиняюсь, под другое, поэтому вы кушайте, что вам надо. Если вам хорошо от раздельного питания, бога ради, кушайте вы все по раздельному. Если вам хорошо, употребляя сырую картошку, ешьте сырую То есть картошку. Снова прислушивайтесь да, к себе. Да, прислушивайтесь к себе. А можно посетить институт на экскурсию вашу? Ну, вообще у нас такое не практикуется. Если с улицы, извините, прийти и захотеть походить по лабораториям, то вам такого, конечно, не позволят. Но у нас есть, допустим, дни, там, раз в год приуроченные там, ко дню ДНК или ко дню белорусской науки, когда у нас проводятся экскурсии, вы можете прийти. Ну что ж, программа «Актуальный микрофон» завершила свой эфир. Сегодня программу провели Алена Швайко и Наталья Степочкина. Як развивается белорусская и сусветная генетичная наука, мы обмярковывали. У студии працавала намесник директора по науковой работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Алена Гузенко. Сустренимся. «Актуальный микрофон».